Снег на тротуарах сегодня доставил массу неудобств и водителям, и пешеходам. Если утром люди еще надеялись на то, что на порядок на улицах будет вскоре наведен, то после полудня уже не скрывали эмоций. Идти по щиколотку в уже не белом покрывале февраля по меньшей мере неприятно. А по утрам, когда спешишь на работу, такой слой снега кажется особенно не кстати. При этом проблема нечищенных тротуаров в этом году коснулась и центральных улиц, где пешеходов больше всего. Идти очень тяжело и вообще сапоги мокнут. Нигде никакие дороги не почищены. Вот я имею в виду тротуары. Невозможно идти. Если бы они чистили, значит, они чистили даже в течение 3 дней, наверное, ничего не чистили. Потому что было бы видно ведь, правда? Нет, с коляской ужасно. Хозяина, что ли, в городе нету, не знаю. Или как иначе можно выразиться? А? Что скажешь? Я даже не знаю, как выразиться.